стране нашей властях и воинстве я, да тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Сколько великих адмиралов, военачальников дал России этот знатный флот, флот Черного моря. Единственный угодник Божий, единственный адмирал, прославленный и причисленный к лику святых, адмирал флота российского Федор Федорович Ушаков, является непрестанным молитвенником и заступником у престола Божьего за всех тех, кто служит на Черноморском флоте. И не только на флоте Черноморском, а на флоте всея России, на всех флотах, которые есть сегодня в нашем любимом государстве. Непрестанно нужно благодарить Бога за все, что ниспосылает нам Господь. Наша сила не в кораблях и подводных лодках, а наша сила в том духе, который живет в каждом воине-черноморце, в каждом адмирале, в каждом матросе. Сколько раз испытывал нас Господь, испытывал вас, моряков-черноморцев, сколько великих побед было совершено и на старых кораблях, и на новых кораблях, и на совершенных, и на совершенных. И у Турции когда-то был передовой флот, но после того, как Павел Степанович Нахимов сходил в Синоп, этого флота не стало, а наш остался. И сегодня мы слышим, опять-таки, из-за моря, из Турции, слышим слова, что это русское озеро. Нет, это не русское озеро, это русское море. Это русское море было заложено нашими предками, нашим крестителем земли русской, святым равноапостольным великим князем Владимиром. Не мы назвали его русским, а наши славные предки, подвижники веры и благочестия. Сердечно поздравляю вас с Днем флота, и дай Бог, чтобы каждый из вас прибил этот дух, дух веры, потому что в нашей земле, в нашем сердце русском правда, не сила, а правда. Этой правдой мы всегда побеждали, даже самых сильных противников, которые нападали на нашу землю. Правда была у Александра Невского, правда была у Дмитрия Донского, правда была у Федора Федоровича Ушакова и Павла Степановича Нахимова, правда была у Георгия Константиновича Жукова и всех воинов, которые побеждали в годы Великой Отечественной войны, страшной войны, кровопролитной войны. Но эта правда была в сердце, и Господь был всегда с нами, и даровал нам всегда победу. За два с лишним столетия Черноморский флот овеял себя великими победами. Черноморский флот – самый боевой флот, поскольку участвовал в самом большом количестве сражений и в большинстве из них победил. Мы помним сражения при Калиакре, Корфу, Синопе, золотыми буквами вписанные в историю Черноморского флота, Военно-морского флота России, истории нашей страны, имена таких славных флотоводцев, как адмирал Ушаков, Лазарев, Нахимов, Корнилов, Истомин и многих других. Всегда примером для черноморцев и для моряков, для российских моряков явилась победа брига «Меркурий» под командованием Александра Ивановича Казарского над силами, во много раз его превосходящими, над двумя линейными турецкими кораблями в 1828 году. Мы помним участие черноморцев в событиях Крымской войны, Первой мировой войны. Совсем недавно, 3 дня назад, мы отметили 72-ю годовщину освобождения Крыма, Севастополя и 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Черноморцы в этот период зарекомендовали себя самым лучшим образом. И в годы Холодной войны, я должен сказать, здесь присутствуют многие ветераны, наш флот вышел на просторы Мирового океана, и черноморцы несли боевую службу в Средиземном море. К счастью, с 13 года
с 2013 года нашло вновь в Средиземном море и оказывает интернациональную помощь в Сирии. Хочу особо сказать о периоде после 1991 года. Вы знаете, что здесь происходило, и руководству флота, офицерам, морякам удалось сохранить боевой дух и боевые возможности флота в период с 1991 по 2014 год. А в 2014 году вы все свидетели этих событий, Черноморский флот явился той знаковой силой, которая позволила наряду с силами самообороны и ополчения Крыма и Севастополя провести референдум по волеизъявлению народов, проживающих в Крыму и Севастополе, в результате чего Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. Сегодня Черноморский флот – одно из самых боевых оперативно-стратегических объединений, несущих службу как на Черноморском флоте, так и в Средиземном море. Флот в своем составе имеет современные боевые корабли, подводные лодки, самолеты противолодочной авиации, береговые части. Все силы флота оснащены самым современным оружием, способным решать все поставленные боевые и специальные задачи. Руководство флота делает все возможное для того, чтобы флот был на самом должном боевом уровне. И руководство нашей страны, президент, министр обороны уделяют самое особое, самое такое пристальное внимание тому, что происходит здесь на флоте. Вы знаете, что Крым уже давно неприступная крепость на протяжении вот двух уже с лишним лет. Я уверен, что нынешнее поколение моряков черноморцев будет укреплять те традиции, которые были заложены нашими предками, и будет верой и правдой служить нашему великому Отечеству России. С праздником вас! Уважаемые севастопольцы и гости города-героя, товарищи черноморцы, от имени военного совета флота горячо и сердечно поздравляю вас со знаменательным событием 233-й годовщины образования Черноморского флота. На протяжении всей своей истории флот неизменно играл важную роль в судьбе российской державы, являясь надежным защитником ее политических и национальных интересов в Черноморском регионе. Огромная заслуга в создании флота на Черном море принадлежит Екатерине II. В соответствии с ее указом, в честь создания флота на Черном море была отлита медаль с девизом «Слава России». С тех пор «Слава России» стала целью многих поколений, участвующих в освоении Севастополя, утверждении его на Черном море как мощной крепости юга России, посвятивших жизнь делу строительства Черноморского флота. Вся история флота со дня входа в Ахтиарскую бухту эскадры под командованием вице-адмирала Федота Алексеевича Толкачева и до наших дней пронизана традициями любви к родине, верности воинскому долгу и военно-морскому флагу. Богата примерами мужества и ратной доблести военных моряков. В памяти народной никогда не померкнут подвиги черноморцев, совершенные в боях и сражениях у Швейданисии и Тентры, Калиакри и Керчи, при Корфу и Синопе. В ходе обороны Севастополя в годы Крымской войны на фронтах Великой Отечественной войны в период 250-суточной обороны Севастополя. Мы гордимся именами известных всему миру флотоводцев Ушакова, Лазарева, Нахимова, Корнилова, Кузнецова, Горшкова. Мы низко склоняем головы перед величием подвига, совершенного нашими предшественниками. Искренне гордимся ими и стараемся достойно продолжать славные традиции Черноморского флота. Свидетельство этого успешное выполнение задач кораблями флота в Черном и Средиземном морях, в дальней океанской зоне в этом году, что является показателем возросшего профессионализма и боевого мастерства черноморцев. Уверен, что Черноморский флот успешно справится со всеми поставленными задачами и в летнем периоде обучения, в том числе и в ходе учений «Кавказ-2016». В этот день не могу не отметить, что на Крымской земле
флот чувствует себя комфортно благодаря полному взаимопониманию и конструктивному взаимодействию с полномочным представителем президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Белавинцевым Олегом Евгеньевичем, правительством Крыма и Севастополя. Мы будем делать все, чтобы наше взаимодействие укреплялось и развивалось в дальнейшем. Уважаемые товарищи, еще раз хочу всех поздравить с 233-летней годовщиной образования Черноморского флота. Желаю вам доброго здоровья, счастья, успехов. Спасибо. Капитан Данильчик Павел Васильевич, командир реактивно-артиллерийской батареи отдельной бригады морской пехоты. Старший лейтенант Сурков Владислав Вячеславович, командир артиллерийского взвода отдельной бригады морской пехоты. Виталий Суворов, полковник Решункин Василий Викторович, начальник управления ресурсного обеспечения флота. Даже в период нахождения Крыма в составе Украины Черноморский флот являлся гарантом стабильности и безопасности этой территории, друзья. А это знаковое событие. Уверен, что моряки-черноморцы выполняют любую боевую задачу, поставленную президентом страны по обороне границ нашей Родины Великой. Я лично в этом не сомневаюсь. Хочу отдельное спасибо Александру Викторовичу Витко сказать за взаимодействие, очень конструктивное, быстрое. Флот оказывает нам поддержку и в мирной жизни. А это главное. Поэтому в этом как раз наша сила и в этом залог нашего успеха. Поэтому морякам-черноморцам удачи, успехов, слава Черноморскому флоту Российской Федерации. Указом президента Российской Федерации от 15 марта 2016 года номер 123 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Флот неразрывен с Севастополем. Его можно назвать отцом нашего города. Потому что именно флот, именно на нем служили, с гордостью служили, с честью служили наши прадеды, деды и отцы. Мы гордимся тем, что сегодня наши отцы, внуки и правнуки проходят службу на Черноморском флоте. Мы неразделимы, Севастополь и Черноморский флот. Я желаю здоровья нашим ветеранам. Я желаю здоровья нашим черноморцам, морякам и успехов в боевой подготовке. Потому что флот Черноморский – это гордость России, это гордость Севастополя. Слава Черноморскому флоту, слава городу-герою Севастополю. Спасибо.